Здравствуйте, меня зовут Настя. В этом видео я покажу, как сделать тканевую шкатулку-коробку своими руками. Если вы делаете упаковку для определенной вещи, то для начала нужно измерить ее и записать данные, прибавляя по несколько сантиметров с каждой стороны. Ну а если вы делаете шкатулку, то воспользуйтесь моими данными. Вырезаем из пивного или переплетного картона прямоугольник размером 48 на 28 сантиметров. Теперь с помощью беговки намечаем линии изгиба. Сначала отступая по 5 сантиметров с краев, по длинной стороне, затем 2 сантиметра и 5 сантиметров с краев по короткой. Сгибаем по этим линиям. Теперь обрезаем ненужные детали. Должна получиться вот такая фигура. Приклеиваем двусторонний скотч на основу. И склеиваем с отрезом синтепона. Обрезаем лишнее, так как это показано в видео. Это мы делаем для того, чтобы коробочка была мягкая на ощупь. Далее выбираем ткань, прикладываем заготовку и обрезаем с припусками. Нужно погладить ткань. Теперь обрезаем лишнее из расчета 1,5 см на загиб. В уголках разрезаем ткань не до конца. Оставляем 1-2 мм. Это мы делаем для того, чтобы не образовалась дырочка. Приклеиваем края ткани к основе. Клеим момент кристаллом или ПВА для ткани и картона. Для украшения внутренней части коробочки вырезаем из бумаги прямоугольник размером 19,5 на 17,5 см. И на расстоянии 1,5 см по короткой стороне делаем линию беговкой. Загибаем и приклеиваем к крышке. Можно провести линейкой для того, чтобы клей распределился равномерно. Теперь вырезаем полоску шириной 4,5 см и длиной 72 см. Это сумма всех сторон основы коробочки. У меня квадратная со стороной 18 см, получается 72. И намечаем линии сгиба, равные длине сторон. На дно клеим квадрат шириной 18 см. Склеиваем коробочку, наносим клей на треугольники и заводим их внутрь. Закрепляем канцелярскими скрепками. Клей-момент схватывается быстро, но полное высыхание происходит в течение 24 часов. Поэтому сейчас можно перейти к украшению шкатулки. Тут для вас открыты все двери, украшайте так, как захотите. Я решила добавить символичную надпись, добавила также композицию цветов и листиков и решила добавить две рамочки. И поместила в них топсы с изображением моих любимых сов. Под рамочки добавила скраб-бумагу.
Крышка шкатулки украшена. Добавляем полоску, которую мы вырезали заранее. Также закрываем сгиб на крышке полоской бумаги размером 17,5 на 2 см с линии сгиба посередине. Даем клею высохнуть. Ну вот и все, шкатулка, коробка готова. Я делала ее для фотоальбома, который показывала в предыдущем видеоуроке. Надеюсь, это видео понравилось вам. А если так, то жмите пальчик вверх и делитесь этим видео с друзьями. Мне будет приятно. Предлагаю к просмотру еще несколько моих видеоуроков. Приглашаю на другие мои творческие каналы, посвященные мастер-классам из атласных лент стиля канзаши и изделий из фома и фетра. Увидимся в следующих мастер-классах. Пока-пока. Мы их внутрь закрепляем канцелярскими скрепками. Клей-момент схватывается быстро, но полное высыхание происходит в течение 24 часов. Поэтому сейчас можно перейти к украшению шкатулки. Тут для вас открыты все двери. Украшайте так, как захотите. Я решила добавить символичную надпись, добавила также композицию из цветов и листиков и решила добавить две рамочки. И поместила в них топсы с изображением моих любимых сов. Под рамочки добавила скраб-бумагу. И склеиваем с отрезом синтепона. Обрезаем лишнее, так как это показано в видео. Это мы делаем для того, чтобы коробочка была мягкая на ощупь. Далее выбираем ткань, прикладываем заготовку и обрезаем с припусками. Нужно погладить ткань. Теперь обрезаем лишнее из расчета 1,5 см на загиб. В уголках разрезаем ткань не до конца. Оставляем 1-2 мм. Это мы делаем для того, чтобы не образовалась дырочка. Приклеиваем края ткани к основе. Клеим момент кристаллом или ПВА для ткани и картона. Здравствуйте, меня зовут Настя. В этом видео я покажу, как сделать тканевую шкатулку-коробку своими руками. Если вы делаете упаковку для определенной вещи, то для начала нужно измерить ее и записать данные, прибавляя по несколько сантиметров с каждой стороны. Ну а если вы делаете шкатулку, то воспользуйтесь моими данными. Вырезаем из пивного или переплетного картона прямоугольник размером 48 на 28 сантиметров. Теперь с помощью беговки намечаем линии сгиба. Сначала отступая по 5 сантиметров с краев по длинной стороне, затем 2 сантиметра и 5 сантиметров с краев по короткой. Сгибаем по этим линиям. Теперь обрезаем ненужные детали. Должна получиться вот такая фигура. Приклеиваем двухсторонний скотч на основу. Для украшения внутренней части коробочки вырезаем из бумаги прямоугольник размером 19,5 на 17,5 см.
и на расстоянии 1,5 см по короткой стороне делаем линию беговкой. Загибаем и приклеиваем к крышке. Можно провести линейкой для того, чтобы клей распределился равномерно. Теперь вырезаем полоску шириной 4,5 см и длиной 72 см. Это сумма всех сторон основы коробочки. У меня квадратная со стороной 18 см, получается 72. И намечаем линии сгиба, равные длине сторон. На дно клеим квадрат шириной 18 см. Склеиваем коробочку, наносим клей на треугольники и заводим.